что играли достойно. И, к сожалению, эти моменты, которые мы создавали, хотя бы один могли бы реализовать. Но счастье было на стороне соперника сегодня. Спасибо. Спасибо. Ну, ты мне сказал сейчас, да, Мишель? Тебе первый раз, ну, и спросил у меня, да, ну, нет, 100%. Первый раз такая длинная игра. А равная игра, да, наверное, если так взять, у Питера были хорошие возможности, хорошие моменты. Ну, в общем-то, где-то, наверное, везение, где-то сыграли самоотверженно. В общем-то, Волзы служили своим терпением, своей работой. Сейчас едем в Питер. Тяжелый выезд. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Сергеевич, вопрос немножко такой не очень корректный. Все мы с задним умом, так сказать, хороши, да? Вот по поводу Булита, почему дали возможность Червенко пробить, а вот может Ковальчуку можно было назвать? Те игроки, которые находились на площадке, они имеют право так. И он сам решил, или вы назначили его, как вам не видно? Ковальчука не было на площадке. А еще кто-то был там? Нет. Роман Червенко – это Булитер, наш Булитер. То есть он входит в число тех игроков, которые выходят в чемпионате бить Булита. Она у него сошла, к сожалению. Ну, ключевой момент, как вы думаете? Да там много ключевых моментов было. Явно. Пожалуйста, еще вопрос. Дмитрий Вячеславович, победы в таких тяжелых, напряженных продолжительных матчах, как правило, они являются, можно сказать, ключевыми в серии. Считаете ли вы, что сейчас моральное превосходство в стране? Я ничего не считаю. Мы играем с очень серьезным соперником. С одним из самых серьезных, да, лидер. И здесь счет до 4. Ничего не считаю. Спасибо. Вячеславович, там у Телегина не пьет, с рукой какая-то, да? Вот, он в том состоянии. Потеряли, да? А другие люди, которые на подходе, каковы их перспективы? Какова перспектива их собрать? На подходе. Он все время на подходе. Вот, да. Да, еще, пожалуйста. Вячеслав Анатольевич, счет в серии 0-2. Что ваш опыт подсказывает, что нужно делать в таких ситуациях? Вам как тренеру, то есть с командой разговаривать, не знаю, что-то еще. Продолжать работать, продолжать играть. Пока есть шанс, нужно его использовать. Здесь ничего мудреного. Все, спасибо, коллеги. Спасибо.